Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Усаги и Джимбо Последний Ронин. Ну что же, вперед из песни, как говорится. Так, и что у нас тут? Это еще кто такой? Это зомби, что ли, какие-то? Или кто это? Что за чудища-то такие? Объясни-ка мне на милость. Они типа самураев, но в то же время... Почему они такие так выглядят-то? Устрашающие. И нам еще с тобой помогает вот этот вот... Тоже, я так понимаю, заяц, да? Тихо ты. Так. Ага, надо все вспомнить просто. Я уже подзабыл, где какие кнопки. Оп. Слушай, а этот наш напарничек, он бомбит какой-то магией, я смотрю. Круто, я думал, что это типа какой-то босс. Это просто огромный здоровяк вышел, повыпендривался здесь и все. Нормально. Вдвоем мы здесь вообще пройдем на изи. Нам нужно было пройти через водопад. Так, ворота сломаты. Вперед. Так, ну-ка. Куда ты там бомбишь? Ну давай, 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 что-нибудь делай. Куда громозека пошел? Опа. Все? Все, погнали. Блин. Нет, не погнали. Надо еще с этим разобраться. С архарцами. Вот теперь точно все. Ох ты. Ну по тебе-то я не промахнусь, маленький лекарь. Где зеркало, отвечай, или я тебя сожру на обед. Ты сомневаешься во мне? Зеркало было потеряно давным-давно. У нас его нету, проваливай. Ха-ха. Кого ты хочешь надурить? Я лично должен уничтожить это зеркало. Короче, понятно. Ох, ёк-макарёк, неужели убил нашего медика? Так, отвали. Мы его должны, ребята, уничтожить. Куда он пошел-то? Нифига, он звезданул по мне. Да у него здоровье-то вообще на мизер. Это был босс? Вы серьезно? Так, там монетки упали. А, деньги все-таки прилетели к нам. Так, надо помочь, говорит. Да мне кажется, что ты фиг поможешь этому медику. Потому что по нему такой удар был дубиной, что я не знаю даже. Так, он говорит, что где-то в пещерах, по легенде. Ох ты, нифига себе. Это ж как такую атаку сделать-то? Не знаю, ребят. Так, вернулся на карту или... Давай-ка мы вернемся на карту. В магазине я смогу... Сколько у меня денег? 1139, поэтому я могу взять себе броню, даже две. Все. Так. Погнали. Какая-то там следующая дорога. Ох ты. Так, эта девчуля нас встречает. Тоже, видимо... Какой-то самурай. Ох ты. Я тебе сейчас хакну там. А как мне сделать вот этот удар, который мы сейчас только что с тобой выучили? Вот как? Вот мне, например, не ясно, как это сделать. Мне, может быть, хотелось бы его... Ой-ой-ой, я тебе опять летучие мыши паршивые-то. Я помню их. Да, с ними было тяжко. В пещере-то они меня, конечно, там наказывали.
Девчуль, ты хоть помогать-то мне будешь, или ты так просто ходишь здесь для красоты? Хоть бы сыгансушки как-нибудь так. Хоть бы для вида, что ли, махнула бы мечом, я не знаю. Махнула. Для вида она махнула. Так, ну что, мы с тобой пересекаем мост. Ну как же этот удар-то сделать, а? Может быть, что-то надо зажать, какую-нибудь кнопку. Может быть, две кнопки зажать, не? Не знаю, ребят. Как-то он должен делаться, но как? Неизвестно. Но там удар-то был хороший такой, да? Комбинация. Так, Усаги, ты будешь сегодня двигаться у меня? Или ты только прыжками занимаешься? Давай. Все. Погнали. Так, это что? Это и кроты здесь повылазили, что ли? Точно? А что это все сразу-то? Блин. Как нам ей помочь? Да ё-моё, отвиньте его. Так, как тебе помочь-то, радость моя? R написано, нажать R. О. Ну ты серьезно сейчас? Самый любимый мой удар — это вот этот прыжок. Оп. Вот этот прыжок круговой, когда он бьет своим мечом. Это, кстати, в игре в Черепашках Ниндзя Легенды он тоже вот этот вот удар как раз-то и применяет. Круговой. И здесь то же самое. Да сколько у вас, ёк-макарёк. И кроты, и кого-то только нету. Есть контакт. Ну, что ты там сзади стоишь, дергаешься. Это, по-моему, бесконечно будет. Так, крот. Ого, вил. Опять я там это уронилась. Как-то сделал так. Надо было нажать как-то. Оп. Сейчас не срабатывает. А, вот теперь получилось. Через раз, короче, срабатывает все это. И ушла, главное. Ох, ты. Тихо. Химера. Скажи мне, что здесь делает химера? Тихо. Блин. Ого. Ну этот босс хоть урон нам какой-то нанес, в отличие от остальных. Да? Так. Все, прошли. Ну, тут ясно, что нужен следующий уровень, потому что, ребят, ну, денег у меня не хватит что-либо сделать. И уже практически финалочка близится. Найдут они это зеркало, ради которого тут вообще началась вся эта эпопея, или нет? Ой, нет, ну только не вы, а. Давай, вставай. Все, нет? Ну что ты там бегаешь? Хочет меня сзади мечом садануть. Ага. Три босса? Нет, это же не босс. Нет, не босс, это обычный. Так, вот ты тут. Готов, птенчик. Так, ящерица. Тоже готова.
порубил. А этот сзади, сзади подкрадывается, да? Чтобы звездануть мне. Ну, не тут-то было. Следующая партия. Так, а это кто там такой? Смотри. Нифига. Ух. Так, птенчик, ну-ка вали нафиг. Так, вот когда он так встает, это ящерица, значит, она готова пустить пламя. Да, я ронен. Тихо, 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 ребятушки, лежите. Лежите и не вставайте. Ну куда ты прискакал? Ну давай ты этого пса-то. Все? Все. Нет, не все. Это так и норовит сзади побежать, а? С мечом своим. Все, добегался. Так. Поболтали. Ох ты. Босс. В кимоно в красном. Серьезно? Ну давай, иди сюда. Тихо ты. Ходим. Да у него здоровье так быстро. Вот и все. В кимоно в красном. Змея какая-то была закутанная. Так. Бонус левел открыт. Бонусный левел. Код Ronin Way. Так, хорошо. На карту. Не понял, если я, если честно. Ох ты. Чего это тут? Это дерево. Что это за дерево-то такое подбитое стоит? Так оно меня подпустит или нет? Ох ты, три пещеры. Давай вот эту возьму, к примеру. Так, здесь будет ловушка. Опа, опа. Пришла к тебе. И это что, босс? Чего тут? Ой. Что за лес такой ужасный? Паук еще тут лезет. Блин, я пауков боюсь, ребят, даже, даже таких нарисованных. Эть. Какие же они мерзкие, а. Готов. Так, волчий морда тут еще летает. Так, главное не забыть. В какую сторону мы пошли с тобой? Мы взяли с тобой крайние, да? Двери, врата. Какой-то непонятный хмырь. Кто он такой? Зомби, не зомби, непонятный чудик. Сейчас погаркаю. Так, ну что, уничтожим этого паучару-то или нет? И как будем возле него танцевать? Все, вырубили.
Одного вырубили, вместо него появляется еще несколько. Ты же вроде упал. Как-то странно. Он вроде как бы был подбитым, в то же время он все равно вставал. Я никого не вижу. Паучара еще один. Все, что это мы с собой? Мы что-то получили, какую-то бутылочку непонятную. Короче, мы одни врата прошли. Ну, не врата, а одно из мест. Так, тут тоже. Угу. Ты не пройдешь никогда, говорит это полу, я не знаю, жаба-человек какой-то. Нормально. Ну давай, давай. Попасть даже не могу. Это черепашка-ниндзя. Без маски. Ну что ты? Готов? Ну? Да ладно, блин, что... Во. Опять вы? Опять эти волчьи морды летающие здесь, а? Должен еще появиться по ходу дела, потому что так, у тебя, наверное, будет последний элемент. Нет, значит, у тебя. Так, опять тут всех подряд собрали, и зомбари, и этих. Так, отвлекает здесь меня чуткарика. Ну давай ты. Падай уже. Вообще морда. Вот ты что пришел сюда. Он, ты видел, он вроде бы как упал. Да как-то как пугало. Из каких-то тряпок, я не знаю. Ходит. Непонятно кто. Ну а ты откуда взялся опять, да? Все. А кто же главный будет? У кого мы возьмем нужную нам часть, бутылочку там или что там. Все, да? Ага, этого нужно убить. Иди сюда. Да, ага, у этого выпадает какая-то монета. Жетон, монета. Понятно. И последний. Так, там какой-то глаз. Из леса кто-то наблюдает за нами. Какое-то огромное чудовище, может быть, это будет босс? Даже не попал. Вот этот удар мне нравится, который чу-чу-чу-чу рубашит. Кто там? Чего ты выкинешь? Пугало огородное, иди сюда. Даже ничего не сделал мне. Окей. Ну, тут легче пареной репы. Маленький
Тиранодон, ё-моё. Разбирается с полтыка. Так, ящеры пошли. Ящеры у нас что делают? Стреляются огнем. Есть. Так, сейчас выходит. Втроем, да? Они против меня решили. Ну давай, выходите. Ух ты. Мне, в принципе, все равно. Сколько? Тихо. Рубанул по этому чувачку. И вот он, амулет какой-то. Или талисман, я не знаю. Все три вещи мы собрали. Ох ты. Спасибо, Ронин. Теперь я полон сил. Че, и готов убить всех? А, он меня обманул. Ох. Подожди, а что я должен сделать? Самое главное, что он не получает урона. Да хорош ты. Подожди. Я не наношу ни урона. А, во-во-во-во, пошел. Руби. Есть. Короче, он меня обманул. Вначале попросил помочь, я ему помог, ну и... А вот и зеркало. Вот оно, зеркало где. Как ты, следующий уровень у нас? Ага. Пещеры. Ну, мы с тобой зеркало взяли, да? Ох ты. Кто, интересно, здесь самый главный? Кто за этим всем стоит? Да что так много-то у вас? Ну что ты встаешь? Ну что ты встаешь, я спрашиваю? У Ронина явно что-то должно быть, ребята. Видите, наверху левое такое окошечко, что-то там. Может быть, сюрикены, может быть, еще что-то. Ну, какой-то предмет должен быть в экипировке. 100% тебе говорю. Может быть, разработчикам планировалось когда-то что-то это сделать в этом плане. Но они не сделали. Может быть, не успели, может быть, не знаю. Потому что, ну, в игре не хватает элементарной сложности, скажем так. Потому что проходится она, ну, просто. Не знаю. Нажимаешь 3-4 кнопки, и все. Никаких трудностей, как бы. Ну, сам, наверное, понимаю, так видишь. Уже просто надо будет ее пройти, чтобы от нее, как говорится, цепиться от этой веселым мертвым грузом. Все, разобрался. А-а-а, вот кто. Он же, по-моему, в самом начале в заставке показан, да? Ты хоть что-нибудь там сделаешь? Ты хоть что-нибудь сделаешь? Да. Просто ушатал. Тамое? Усаги. Не волнуйся за меня. Да, не волнуйся за нее. Уж я-то о ней позабочусь. Так, ну я опять драка, что ли? Это мы дрались. Он меня отвел сюда, да, показать, что, ну, и поймал. И чтобы опять... Я ему отвесил звездюлей? Ладно, иди сюда.
Мне-то что? Он вообще ничего не делает, ребят. Вообще не сопротивляется даже. Опять он куда-то ушел. Так, освободили. Ты в порядке? Да, что-то кого-то он там убил. Чего он там хочет? Ты проиграл. Что он там делает, я не могу понять. А-а-а, помнишь, мы с тобой запечатывали вот эту вот гору-то. Души-то все запечатали. Он, я так понимаю, теперь хочет типа освободить ее, да? Ты думаешь, я тебе дам, парень, это сделать? Ты такой наивный. Все. Или все-таки он успеет открыть? Копишка-то мы ему сломали. Он убежал. Да ладно. Ё-моё, камень, короче, лопнул. И сейчас, наверное, будет самый главный. Ого. Это же самый главный демон, ребята, вышел. Ага, зеркало. Мы же точно с помощью зеркала же их всех туда загоняли. И что это значит? Ого. Мы должны драться. Зеркало висит. Так, Тамоя, отойди оттуда. Слушай, Тамоя, откуда-то знакомо это имя Тамоя. Это случайно не из этого? Как он? Ну, отойди ты оттуда. Вот неугомонные-то, а. А что-то больше никого и нету. Кстати, ты заметил, что у нас меч-то совсем другой? А, мы должны дождаться утра, что ли, или... Видишь, шкала заполняется у нас. Блин, сейчас еще и уровень, да, запорится у нас из-за того, что элементарно нету монстров. Ты слышишь, мы рубим. Так, надо, наверное, опять отойти. Опа. Что такое? Ё-моё. Фига ты. Фига ты псих. А где твое здоровье, парень? Нам нужно до утра продержаться. Шкалу он то заполнит, и что-то должно произойти. Он меня туда не пропускает к себе. Еще он вызывает. Сдохнет он или нет? Все. О, у меня меч. Смотри, какой меч стал. У меня меч сияет, ё-моё. Но я почему-то ничего не могу сделать с этим чуваком. Он
зеркало не бьется. Меч опять стал обычным. Опять сияет. Что-то надо сделать. Не могу понять, что. Опять шкалу заполнять. Опять шкалу надо заполнять почему-то. А где девчуля-то, где? Да ты... В плане я проиграл. А чё? Я, во-первых, не понимаю, что надо сделать было. Ну, справился. Выходит этот придурок. И что? Объясни, что мне надо сделать. Ага. Ну, наконец-то. Наконец-то. Я тебе сейчас, гаденыш, устрою. Тихо ты. Ой-ой-ой, нифига. Слушай, а? Восстановил себе здоровье. Ничего себе он там. Давай ты, господи. Сюда. Ай-яй-яй. Так, почему он свое здоровье устанавливает? Да ё-моё, ну... Какое здоровье-то, а? Он ходит что-то, ребята, восстанавливает здоровье себе. По непонятным мне, блин, причинам. Давай, осталось там чутка, блин. Давай! Есть. Да ладно, серьезно что ли? Опа. Недовольный такой. Ха. Так, я, насколько могу понимать, то все, да? С демонами покончено. Thank you.
А как мы пещеру-то закроем? Все, друзья мои. The end. Конец. Ну-ка, если я сюда кликну. Слушайте, а что же тогда было такое Running Away? Пароль для чего? Он мне даже не понадобился. Ну что, друзья мои, все. Прошел я игру Усаги. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Ронин Вэй. И что это будет? Так, друзья мои, у нас есть уровень. Ронин Вэй надо было набрать, я набрал. И вот здесь у нас бонусный левел. Давайте посмотрим. Что это за бонусный уровень? С чем он связан? Что ты, паучара, тут делаешь, а? Так. Ну. Я куда-нибудь вообще продвигаться буду сегодня? Или это просто чисто то, чтобы драться здесь против всех? И зарабатывать деньги? Нет, смотри-ка, мы можем идти. Так, опять пауки. Ух, отвали от меня. Все. Ну. Бонусный уровень. И чем же он отличается от других-то, я не могу понять. Не ясно пока еще. Куда ты лезешь? Оп, оп. Орет он мне здесь. Опять вы. Пугало и какой-то крэзи. Давай, 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 наяривай. Пару там собрался, лучше кричать. Все? О, красный, красный минус. Вот это вот босс. Это секретный уровень. Ты серьезно? Я тебя умоляю. Next level. Все, друзья мои, это вот был бонусный уровень.